Сегодня, прохладный октябрьский день 2020 года, я сижу на пороге, на крыльце своего дома и не верю, что это мой дом. Даже трудно представить, что еще 4 года назад на этом месте был участок, заросший лесом. А сегодня здесь стоит наш дом. И в этом видео я хочу вам показать, как в хронологическом порядке рос наш дом на этом участке, когда-то заросшим лесом.